Красноярском крае полицейскими пресечена деятельность группы, подозреваемой в совершении серии краж автомобилей премиум-класса. Выйти на след злоумышленников оперативникам уголовного розыска удалось при поддержке своих коллег из иркутской полиции. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в городе Иркутске установлены и задержаны двое неработающих местных жителей 37 и 36 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение по двум эпизодам краж дорогостоящих автомобилей импортного производства. Общая сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей. Оперативниками изъят один похищенный автомобиль, который возвращен законному владельцу. В ходе обысков в гараже у задержанных полицейские обнаружили и изъяли приспособления для хищения автомобилей, а также похищенное имущество. В настоящее время задержано два человека. Это жители города Иркутска, ранее несудимые, неработающие, 81 и 82 года рождения. Данным лицам предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности. Это кража автомобилей Toyota Land Cruiser 200, совершенная в городе Красноярске в апреле и в августе 2017 года. Данные граждане арестованы. В настоящее время этапируются в СИЗО города Красноярска. В дальнейшем будут отрабатываться на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Иркутска и Красноярского края. За совершение данных преступлений данным лицам грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.